Так, приветствую тебя, дорогой друг, с тобой на связи Леконтон. Будет получше. И продолжение нашего разговора по апорской, да, керамической штукатурочке, или даже так, ну да, керамической штукатурке, или фарфоровой штукатурке, о, туда вот так, или паяльной, как это больше нравится. Значит, ты видел, мы прошли, сейчас будешь видеть, мы прошли ее. И сейчас буду проходить секрет ингредиента. Ты его тоже увидишь. Так что не переключайся, оставайся со мной. Так, сейчас мы отделим. Так. Так. Столько приспособлений. Значит, вот этот секретный клей, он же гель, он же воск, он же, что он еще, сколько у нем прелестей, он же грунт, гель грунт. Один я снимал на телефон, а это уже решил, так сказать, осчастливить на камеру. Значит, штукатурочка, вот то, что мы только еще слезачок, вот, она еще. Ну, сколько мы вышли? Минут 15, может 20. Мы ее нанесли. Ну, практически, да. По-свежему. Заглажим. Ну, не по-свежему, нет, но все-таки она прихвачена. Вот так можно сказать, что она не до конца высохшая, да, но на отлип, да, она не берется круг. Вот. И в таком вот состоянии мы этим кусочком. Достаточно интересно, как сразу чувствуется. Вот. Это я говорю о шпателе. Вот вроде как два одинаковых шпателя. Кома. Вот. Один гибкий. Продемонстрирую, насколько он гибкий. А этот обычный, ну, как войкосовский. И когда наносишь подобный гель патина. Я так говорю. Силоксановый воск. Что может лучше? Вот этот вот силоксановый воск на основе олевини цитатной эмульсии, то есть это ПВА, олев, вини, ацетат, вы помните? И я так подозреваю, почему силоксан, что возможно производитель добавил туда вот этот вот секретный ингредиент силоксан. А, это, ну, силикончик. И мы получили, может быть, даже производитель и не недоумевал, да, что то он нам создал такую ням-нямку, такую конфетку. Вот. А именно, воск силоксановый воск, кремний органический, конечно. Его взывал. Значит, что это нам дает? То есть получается, наша штукатурочка еще не до конца высохла. Вот. И мы заглаживаем. То есть за счет вот этого вот добавки наша ПВАшка не прихватывает. То есть это уже, да, нам практически ничего мы не добавляли в это ПВА.
как бы этот аура, уже сам производитель добавил туда что-то такое. И, может быть, сейчас современный полиметатная эмульсия, может быть, уже так, буржуйская, на себе все вот эти моменты, она уже содержит. Другое дело, что цена вопроса, да, очень. Ты будешь приятно удивлен, когда в твоем распоряжении появится такой удивительный, слово, не побоюсь этого слова, удивительный силоксановый, магический, ацетатный, синтетический. Ну, синтетический мне очень нравится это выражение. Больше силоксан, амбарабан. Вот и ты можешь заметить, сколько времени даже ему играться. Не прихватывается. А, и вот я, конечно, фокус со шпателем, вот этим вот шпателем, это нечто гибкий. Против этого гибкого, когда мы берем обычный, уже такое ощущение, как будто с вот такой топорный вроде, а это как стамеска. И мы, получается, он же нам служит, как грунт, он же нам служит, такая смазочка. Я уже рассказывал, что раньше мы тоже это практиковали, но практиковали грунтовкой. Вот, тоже мы ее делали на основе ПВАшки, ну и обычной грунтовки. Вот. Ну, что ПВАшку мы с водичкой смешиваем, это 1 к 4, 1 к 2. Набрали валичек, проходили нашу штукатурочку и потом заглаживали. Тоже такой получается очень классный эффект. Ну, время идет, прошло, у меня уже прилично времени лет. Ну, это еще наше первое видео, скажем, 2010, наверное, лет 8 назад. Вот. Мы пришли, ну и, так сказать, нам взяли такой сюрприз, оскаровцы выпустили такой первоклассный, так сказать, клей ПВА, который служит, такую, сослужил такую великолепную службу. Вот. Так, еще раз. Ну и про гибкие, ребята, тоже, да, не забывайте про гибкие шпатели. Или друг на друга, да, вот тоже. Если, ну, рекомендую, очень. Именно для вот таких вещей, для нанесения всевозможных восков, лазурей, это просто, так сказать, примазание шпателёчек. Он нам послужит как альтернативка пластикам. Ну или может послужить как альтернативка пластикам. Шпателёчка. Где-то у меня там, наверное, ручки движутся. Вот. Значит, еще раз вернусь к этой байке. Откуда же эта идея? Тоже, да, обещал, что это будет секретом старых мастеров. Если ты помнишь, ну вот последние там наработки по науку, когда те же финишки стартовые, а тот же Ротбан, когда я общался с технологом, они уже закладывали в сам материал вот этот вот принцип. А именно, когда губкой ты подмачиваешь, щеткой подмачиваешь,
материал, то есть, когда вот он еще не до конца высох, то есть, ну, когда уже образно будет, он стал таким матовым, то есть, лужу ушли.